Всем привет! Сегодня мы будем размножать хосту. Для этого вытряхиваем ее из горшка. Мы хосты выращиваем в горшках, так удобней. Здесь у нас вот такая этикеточка, в которой мы записываем сорт. Берем нож и снизу начинаем убирать землю и корни. Подрезаем снизу, из-под корней, не сверху, а именно из-под корней начинаем делать подрез. Тогда мы меньше повреждаем сами стебли хосты. Подрезали и разрываем. И также уже начинаем потихонечку подрезать. И вот у нас все стебли практически целые. Эти все равно с корнями, они приживутся. Убираем лишнюю землю. Этот можно уже даже отрезать. Тоже вот так подрезаем снизу. И лишнее отламываем. Вот получаются вот такие вот саженцы.